Малышам из дома ребенка при Челябинской исправительной колонии номер 5 устроили настоящий праздник. Спектакль, хоровод и подарки под елкой. Все как в обычном детском саду. Весь день мы с ребеночком проводим время. Вот сегодня праздник у нас. Очень хорошо провели праздник у нас. Мне понравилось. Детям очень. Дети такие активные у нас. Все такие улыбаются, веселятся, хорошо все. Организовать праздник помогли благотворительные организации. В этом году среди подарков были детские игрушки и бойлеры для воды. Фонд участвует в развитии детей, в адаптации детей, вывозит детей за пределы исправительного учреждения для того, чтобы можно было познакомиться с большим реальным миром по ту сторону забора. Ну и, конечно же, проводит и участвует в утренниках. В доме ребенка у мам есть возможность проживать совместно с детьми и ухаживать за ними до трехлетнего возраста. Детей стараются подготовить к дальнейшей жизни за пределами колонии, чтобы их адаптация прошла безболезненно. Детки, которые выходят из нашего учреждения, адаптированы к определенному режиму, к определенному виду питания, и вливаясь в детский коллектив, в детский сад, они не испытывают такого стресса адаптации, как, например, домашние дети. Челябинскую исправительную колонию номер 5 переводят беременных женщин со всего региона. Здесь расположен самый большой дом ребенка при исправительном учреждении. Он рассчитан на 125 детей, сейчас в нем проживает и 9 малышей. Венера Каримова, Марина Митрофанова, Роман Поротиков, 31 канал.